Угоду про спільний авіаційний простір Україна та Євросоюз можуть підписати вже до кінця року. Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Півоварський. Він підкреслив, остаточне рішення ухвалюють на найвищому політичному рівні. У нас у гостях Олег Петровський, перший заступник генерального директора міжнародного аеропорту Київ. В нього ми дізнаємося більше про те, що відкрите небо з Європою дасть Україні. Я вас вітаю в нашій студії. Для початку, що власне означає відкрите небо з ЄС? Ну, открытое небо – это означает, что процедуры, которые действуют в авиационном сообществе Европейского Союза, будут одинаковые, как и у нас. Потому что до сегодняшнего дня отдельные процедуры, которые происходят у нас, они еще остались от Советского Союза. Поэтому регламентное обслуживание воздушных судов и так далее, и так далее. То есть эти вопросы должны быть идентичными. Вот это, собственно, один из вопросов. А второй вопрос, который решает открытое небо – это то, что авиакомпании могут без ограничений летать как наши в Европейском Союзе, так и их в нашем воздушном пространстве. А как сейчас действуют полеты до Европы и звідти? Какие существуют процедуры, которые, возможно, скасуют и которые сейчас становят сложности для полетов, для перевезень? На сегодняшний день у нас происходят полеты на основе межправительственных соглашений. И вот эти ограничения, которые отражается в межправительственных соглашениях, там определенное количество частот должно быть, определенные авиакомпании, которые определяются, кто будет летать. Вот это является той перешкодой, которая не дает возможность нашим авиакомпаниям выходить на тот рынок. Ну, простіше кажучи, кто теперь будет домовлятися после этой угоди? Авиакомпании между собой, аэропорты, кто? В общем-то, да. Это получается, авиакомпания будет запрашивать слот в аэропортах при наличии у нас свободного слота. Ну, слот это означает время вылета или посадки. При наличии у нас свободного слота мы, естественно, обеспечиваем эту авиакомпанию полетами. В чем будет плюс для Европы? Скорее всего, плюс будет для нас. Для нас будет, так? Да, потому что мы получим возможность больше... Мы, во-первых, перейдем к конкурентным основам. Это первое. Во-вторых, больше авиакомпаний будет иметь возможность перейти на наш рынок. То есть мы сегодня действуем еще как бы в условиях постсоветского союза. То есть во время Советского Союза были объединенные авиаотряды. Объединенный авиаотряд включал в себя авиакомпанию, аэропорт и службы движения, которые потом вместе с базой РТОС определились в Украэрорух. Что это давало? Это не давало возможности развиваться аэропорту, потому что базовая авиакомпания не пускала туда других авиаперевозчиков. Когда они были разделены на три сегмента, на три предприятия, на аэропорты, авиакомпании и Украэрорух, аэропорты стали заинтересованы создавать условия, чтобы авиакомпании как можно больше летали к ним и создавать условия для пассажира. Это все улучшает качество обслуживания пассажира, увеличивает безопасность полетов и дает возможность иметь вот в конечном итоге нашим пассажирам более дешевые квитки. А какие европейские компании наибольше зацікавлені у открытом небе с Украиной? Вы знаете, сейчас даже без открытого неба, вот сейчас, если вы слышали, несколько дней назад мы открыли, вернее, в аэропорт Жуляны зашла новая турецкая авиакомпания «Атлас Джет Украина». Так, это лоукост. Да, это лоукостовская компания. Так вот, они и без открытого неба готовы к нам зайти. Они выдержали все процедуры, необходимые для создания. Они создали здесь дочку украинскую. Они проводят определенные вопросы, связанные с инвестициями. Но вот ограничения, которые определяются вот этими назначениями, в данном случае назначение, мы надеемся, конечно, 26 июня будут даны назначения определенной этой авиакомпании, и она сумеет заработать в нашем аэропорту полноценно, тем более она охватывает три аэропорта, будет мы, Львов и Одесса. А чи слід очікувати на нові маршрути? Приміром, чи з'являться прямі маршрути до тих міст, до яких раніше можна було дістатися тільки з пересадками? Так вот, как раз вот этот вопрос и решается сейчас. То есть авиакомпании готовы летать по этим маршрутам? Ну, скажем, авиационная администрация пока не дает возможности им получить эти маршруты. Вот, скажем, то, что мы сейчас говорили про «Атлас-Джет», это компания, которая получила всего лишь 6 назначений из 5 аэропортов Украины. То есть, вы сами понимаете, это совсем не лоукостовская схема. Лоукостовская схема – это когда много назначений с одного или с двух аэропортов, и они задействуются, и при этом налет самолета, ну, по европейскому опыту, составляет не менее 13-14 часов в сутки, и
разница от взлета до посадки, или вернее обслуживания на земле, составляет в Европе 20-25 минут. Ви казали про те, що квитки будуть коштувати менше. Ось на конкретному прикладі, квитки на ці вихідні до Варшави, приміром, на відомому електронному порталі коштують 6 тисяч гривень на одну особу. Після впровадження відкритого неба, наскільки знизиться ця ціна? Я не знаю, насколько слизится в Варшаву, но давайте говорить вот то, что открыли сейчас рейс мы с Киева до Львова, там как бы недалеко уже до Варшавы, да? Вот сейчас Атлажет установил цену 1140 гривен. То есть в данном случае уже от Львова до Варшавы можно еще долететь, наверное, за такую же стоимость. Чи пов'язаний якось юридично договір про відкрите небо із угодами про асоціацію і про безвізовий режим? Ні, к сожалению, это не связано. Хотя мы постоянно говорим о том, что и пытаемся увязать, что открытое небо, оно должно обязательно увязываться с вопросами безвизового режима, потому что иначе мы становимся в неравное положение с европейскими странами. То есть там пассажир может летать там без визы, а мы обязательно туда должны получать визу. А як будуть взаємодіяти ці угоди? Вони ж колись будуть впроваджені? Тому всі на це сподіваємося. Ми сподіваємося, що так. Во-первых, будемо так говорити, відкрите небо президент однозначно определив 2015 рік. І, як ви говорили, він дав указання вже міністру інфраструктури в цьому році підписати це соглашення. Ми сподіваємося, і ті інші угоди, про які ми говоримо, вони теж будуть реалізовані в 2015 році. Які є аналоги у світі спільного авіапростору? Взагалі, що показує світова практика? Світова практика показує, що тільки країни постсовєтського Союзу не входять в спільний авіапростор. Тому тільки у нас стараються оградити свого пасажира від нормальної культури обслуживання на борту. Опять-таки привожу пример, вот то, что мы открыли сейчас рейс. Нашего пассажира постоянно пытаются отучить от хороших манер. Да? Скажем, раньше на всех рейсах, что внутренних, что международных, было питание на борту. Потом начали авиакомпании это питание убирать и рассказывать о том, что у них не хватает денег или еще что-нибудь, финансовое положение, рассказывают. Тут заходит Атлажет и говорит, а я дам вам и питание и на внутренних рейсах, я дам вам питание и на международных рейсах, и я еще уменьшу вам стоимость обслуживания, то есть стоимость квитка, да, для пассажира. И вот это становится шоком для наших определенных чиновников. А чи є угода про спільний авіапростір з колишніми радянськими республіками? Ось з Україною можливо буде, а з іншими? Практично у нас питання відкритого неба є зняті з Росією. Тобто у нас були спочатку обмеження, скажімо, по польотам в Москву. Зараз ці обмеження зняті, без обмежень літаємо. И по другим странам при договоренности они идут нам навстречу и увеличивают количество частот, которые обозначены в двусторонних соглашениях.